по именам. Вова, Таня, Лёрин, Андрей Кайзер. Попозже к нам присоединится студент. Он мне имени нет, он студент. Да. У него есть имя, его Дима, Дмитрий зовут. Это студент. Нет, студент. Вот. Да, я еще записываю. Таня еще записывает. А потом спрашивает, почему не лагает. А потом, да, лаги. Так, планы на сегодня, ребята, запилить красивую лестницу вниз, запилить комнату под портал в ад. Вот, и за, короче, вот портал в ад вот здесь где-нибудь запилим, вот где я сейчас нахожусь. Это под лестницей. Да, здесь поставим тоже вот так же, смотри, вот так вот, рыс. Здесь две дверцы по бокам, да? Вот. Знаешь, что мне не нравится? Вот тут камни, вот это вот земля. Ну и что, можно спросить, что такое, что за черный заяц здесь? Это секретный агент. Не трогай их! Кроликов. Нет, я просто спрашиваю. Там один стоит, черный заяц. Как-то на меня странно смотрит. Они всегда странно смотрят. Ну, я что-то одного увидел. Эти кроликовые, они всегда, они такие. Они всегда так смотрят. Так, значит, смотрите, вот здесь будет у нас портал в ад. Хотелось бы сказать зад, конечно. Ну, вот, я и спрашиваю. А, вот. Ну, тут где-то сидел далматинец. А, Татьяна. Тут кровосины. А, это далматинец был там, да, еще? Кролик далматинец, да. Белый. Он больше похож на собаку там был. Да? Ты его убил? Нет. А где он? Вы, ребятушки. Ключевое слово. А, тут одному, понимаете, лестницу долбить вниз как-то не очень удобно. Я иду. Ну, мы тебя клочки держим. Интересно. У тебя сервак лагает. Да ладно. Так, маска. Это все виноват сервак. Че, куда? Ты покажи в контур. Сейчас. Начну и там уже... А где? Нет, даже вот так сделаем, подожди. Вот отсюда начнем делать. Три блока вперед делать сначала. Все, остановись там. Так, и здесь уже начинаем ступеньки фигачить. Вот, и продолжаем вот таким вот образом. Так, и теперь вот так вот. Татьяна, мы кому-то не тому пришли. Да-да-да, я поняла. Я главное слышу. По центру пилим факела. Ой, блин. А че вы ко мне пришли? Так я же смотрю, что-то не то. Андрей что делает? Что-то по плаву не пошло. Да-да-да. Главное, не промахнитесь. Лёрин, надо делать все четко. Где они? Я понимаю, я просто так прокопал, чтобы было видно. Может, тут металл будет дорогой? А, самый первый главный, чтобы забрать его. А? Да, драг металлы! Ням-ням-ням-ням-ням! Да блин! Факела-то не сбивайте. Не знаю, я не могу деревянной киркой сбить факел тебе. Ты что, деревянной киркой копаешь? Так, настройки. Ну так-то да. А, интересно, почему? Ну, потом... А ну-ка иди сюда, иди сюда. Сюда иди, иди сюда, сюда иди. Пошли. Так, на тебе, раз, два, три. Девятки. Еще раз нажимаю. Видь, давай ступеньки. Я пока ступеньки. Подожди, до девятки закладем. Иди сделай ступеньки. Да у меня есть ступеньки. И все, вот это вот сейчас. Подожди, да, отойдите в сторону, блин. Не блинкай, слышишь? Ну. Мы тут ступеньки ждем некоторые. Блинчики. Слышь, господин. Какой именно? Который отошел в ФК? Так. Прям стрим. Ой, дождик, кажется, идет. Ну ладно, в пещере. Еще на блок выше, и будет хорошо. Это аж вот до сих пор надо, короче, делать. Терапонг. Иди, пожалуйста. Чего я закладываю? Так, ступеньки. Раз, даем ступеньки. Андезит. И поехали по одному ряду, каждый фигачит ступеньки. Нет. Кому дал, тот и ставит. Здрасте, господа хорошие. О, эти. Уже стрим идет, так что смотри. Не матерись. Ага. Повар, ты мне весь кайф обломал, а? Ну, как обычно, я рожден для этого. Да-да. Кажется, вы посеяли ступеньки. А кто умеет вырубать погоду? Я. Это очень шумит, очень просто шумит. Татьяна не успела опять. Не успела, да. Ага. Татьяна, что с вами? А с вами? Не знаю. Вы мне ступенек нет, смотрю, как вы работаете. Ну так смотри. Почему уголь не выкопали? Я не поняла. Не надо нам... Это все потом. Ничего не знаю. Студент придет и разграбит. Ура! Да, студенту надо уже будет сюда переселяться. Татьяна, давайте я-то быстро. А как же моя фермочка, курочек? Вот, смотрите, практически... Ее уже нет. Кто посмел? Я. Не будем тыкать пальцами на Леориана. Тихо. Это Кайзер. Это я сказал, чтобы он курочек лагало жахнул. Сильно. Татьяна, отойдите. Потому что лагало ужас просто. Да ты не забывай, что это же не сервак как сервак. Это мой компьютер, блин. И мой компьютер недавно пережил смерть видеокарты. Я не хочу, чтобы он еще раз ее переживал. Понимаешь? Дима специально делал. Он еще не отошел от... Ну нет, мне просто не хочется терять еще одну видеокарту. Я за прошлое-то не расплатился. Витя. В долг взял. Витя. Ау. Версия какая? Та же самая, 1.8.1.3.5. Ага, кинь все это адрес сервака. Да, ты что, у тебя должен сохраниться был. Ну да, вообще. А у меня что-то все закрыто, блин. Все сервера. Подожди. Сейчас. А, вот, подожди, вижу, все нашел. Ну вот. Да, туплю маленько.
Так, дальше нам нужен будет этот обсидиан. А можем еще, знаете, что сделать? Можем еще стены облагородить. А, две курочки живые, а? Счастье это какое. И свою ферму, там пару курей, можешь сюда перенести, но именно, ну, пару. Ну, именно пару, да, курей. Пару курей, блин. Ладно, шахту у меня тут полезка. Где стены облагораживать? Шахту я тебе, мы тебе сделали. Столик-то вы что, сперли, да? Чего? Столик. Чего сперли? Столик зачарования сперли? Да, он уже здесь, в доме. Он там, где ему место. Здесь уже сделали ему место. Ну, ты пошайте меня тогда. Пешком дойдешь. Сейчас, подожди. А где кролик мой, талматинец, который черный есть? Не знаю, я когда первый раз заходил, он был, сидел. Я еще его с собакой перепутал. А, вот он, вот он. Ну, так, и почему-то я тебя не вижу. Он в углу. А, вот, ты пошелся. Морковку дайте, морковку. Кому, студенту? Студент на морковку. Студент. Садите студента на морковку. Студент, ты уже ТП-шился. Да, он все уже. Он ушел студент к себе. Потерян. Покинул нас. Один. Эй. Я знаю, как его развеселить. Давай его подождем. Смотри, бьешь его, с него звездочки сыпятся. Я оплакивал своих курочек. Побей его. Подожди. Ты меч ломаешь. У меня меч классный. Пофигу, я кирку. Я тебя сейчас киркой забью. Где ты? А, нет. Давайте, стоя бы. Значит, смотри, студент, иди сюда, смотри. Вот здесь твоя зачаровалка. Вот здесь у нас будет этот, как его, портал в ад. А вот там, иди сюда. Вот тут, короче, бассейн, где рыбу ловить. И за бассейном вон там вот вход в шахты. Иди в шахты сразу, да? Вот. Я надо было первое сказать. Где шахты? И, не, подожди, если есть кровать, то кровать вон в дом оформи, пожалуйста. Нету кровати. Эйзи. Остались так, в предыдущем. Есть, ребята. Ребята, угу. Здесь есть одна проблема небольшая. Надо расширить все тоже на ступеньку на одну. А как мое предложение поставить тут каменную плитку? Не? В смысле? Чтобы двери сами открывать, когда не засыпаешь. Можно. С одной стороны. Ну, а после, да, две, в дом, да, можно поставить. Какой мы троян дом? Чего? Я. Рая Томск? Чего? Нет, это Рэй Атомск, а не Рая Томск. Ага, я думаю, Рая. Ой, ё-моё. Если что, Андрей зовут. Это у меня, извините. Андрюша, сделай, пожалуйста, сундук, а не на. А, кстати, если что, Андрей, насколько я допомню, ты сказал, что ты не очень знаешь Майнкрафт. Еп, что? Вот, так что, кто возьмет шерсть? Шерсть над Андреем, кто возьмет, научит человека более профессионально в Майн играть. Так, Дима, ой, господи, Дима. Вы мне скажите, куда сундук разгрузочный поставить, а? Вообще-то есть подвал, иди сюда. Я в подвале нахожусь, типа. Так разгружай это самое, потом можешь даже таблички написать, где что положил. Вот вы напишите вначале таблички, блин, а потом Не-не-не, я такой фигней страдал много лет, не, я пас. Не-не-не, я вам сейчас сундук разгрузочный поставлю, мучитесь. Да, мне-то что? У меня там сундук стоит, хоть два сундука оставь. Блин. Что-то не то. Таня! Вот Татьяна хочет поставить. Таня! Ау! Шо? Таня! Да! А это её понят? Нет? Намёк кто-то здесь понят? Нет? Да я понимаю! Или ты купишь там топтать? А я чё, натоптал? Да. Погода! Ладно. Плохая! Поставь аккуратно. Очень-очень. Сейчас поставлю. Я полу. Очень плохая погода. Не то, но Таня вот лезет, даже не посмотрел, опять же. А, погода плохая, всё ещё. Не посмотрел, вот здесь, в тростнике. Посередине прям. Девочки, не ссорьтесь, помада у меня, как говорит студент. Так, блин, и тут на каждый блок сделано. Так смотри, не... Вход не я делал, ничего не знаю. О. Да вот тут бы сделал такую штуку. Вход пошла истерика. Я начал делать, не сделал там. Вход пошла истерика. В эфире шоу. Не слышу топот ножек. Об пол. Можно же эти ступеньки вот сюда перенести? Конечно. Здесь будет картошка расти, он растет. Не мешай расти. Студент, я плохо слышал. Я говорю, Витя, ты меня на спаун можешь тпшнуть? Какой спаун? А вот где у меня шахта была, блин. Откуда я знаю? Координаты. Давайте студента убьем, он придет на спаун. Пешком иди, я ж тебе. Да. Студент, снимай броню, я с тобой выехал. Иди сюда. Кто записывал место спауна? Хорошо, я сейчас умру, я на кроватке я чухаю. А, прямо спаун, да? Студент, стой. Студент, снимай броню. А, не, у меня нету там. Поднимись и снимай броню. Сейчас будем заниматься делом. Подожди. Да, блин. Таня, ты кого там ветровишь? Кролика. Иди сюда. Ага. Так, сделал такие текстуры. Текстуры есть в описании к этому стриму, ребята. Да, скачай. Научитесь смотреть описание видео. Студент, стой. Таня, тебе там что, кролики развлекают уже? Все, вали меня. Че? Валите меня. А у нас ПВП это выключено вообще-то. А, господи. Смотри, как он на тебя смотрит, этот кролик. Тебе придется пошли на гору и прыгнуть вниз, ну, студент. Кролик, вон, гора, иди прыгай вниз. Иди сюда, студент. Блин. Где-то. Стой. Гори. Так я черный. А, да, можно сжечь, да. А можно мне забацать лужайку для кролика? Нельзя. Нельзя. А вон лужайка, что не хватает, кирпичный. Камень. Цвет крылья отводи вообще вниз давай. Черный вон рядом со мной возле двери скачет. Дима сгорел заживо, я даже не посмотрел это. Да. День прошел. Какой IP? Это мой компьютер, ребята. Я не дам вам никогда адрес своего компьютера. Вы что, пригорели что ли? Вова, ты лошара. Че, почему? Обоснуйте, Паш.
Ты не посмотрел, как я сгорел заживо. Но кто мне сказал, что там я пойду сгорю. И даже не ты меня сжег. Вот именно, это вообще класс. Кто его сжег? Кто-то пиарится, Кайзер. Ой, ты что, больной что ли? Что? Как кто-то пиарится. Таня, тебе что там, кролик больной что ли? Да он спрыгнул, чуть не убился. Он не выдержал. Так. Заботы. Кто-нибудь ТП на меня? Так, я ставлю плиту, получается. Пустой. Я не знаю, как ТП пишется, так что... Слэш ТП и таб жмёшь. Я не знаю, как пишется это. Хитрый стадзи. Как же с тобой сложно. Да, ТП. Я знаю, где я. Не надо так говорить, а пожалуйста. Тебе очень нравится московский акцент. А мы, москвички, разговариваем нормально, без акцента. Так, здесь огород надо будет поправлять и делать не такое. Я бы про москвичек сказал, но материться нельзя. А, материться нельзя, да. Самый облом студент. Ненавижу кнопки. Ты их понаставил. Я понаставил, пусть стоят. У меня нет даже права на это использование команды. Да ё-моё. Чё, всё, можешь двери больше не закрывать, они сами закрываются. Кроме вот этих внизу. Кстати. Внизу придется закрывать все еще. Так, и здесь я и тут-то. Здесь я и тут-то? Здесь я и тут-то. Вить, ой, Дим, у меня нет этого какого. Не могу перекинуться к тебе. А я седло выбил. Витя, ТП меня к себе. Меня к себе. О, скелет. Студент, пропиши, сейчас как я в чате напишу. Не так, надо никто прописывать. Телепорт. О, крипер. Привет, крипер. Ух ты. Вот он собака. Гок, опять у тебя? Нет, я бы заметил. Ого. А у нас портит территорию или нет? Портит. Ну, я под низом там. Можно сделать так, чтобы не портили? Да, наверное. А смысл тогда игры? Да не надо так делать. Смысл игры теряется. В смысле теряется? В прямом. Да, кто портит? Крипперы? Знаешь, сейчас все ютуберасты так делают, чтобы не портит. Ты что, все что ли? Да, я все. А мы прописали, а то, что мы прописали, чтобы вещи не падали, это нормально, да? Не, ребята, блядь. А другое ненормально. Я говорю, вы давайте, чтобы крипперы взрывали. Зачем? Все, меня немаленько посидит. Специально для студента. Последнюю фразу. А что ты так перепрыгнул? Так, нормально. Что это? Я вот тут сделаю загончик для кролика, можно? Мясо. А, так они еще и мясо дают? Конечно. Да. Я два... Кролики, это не только ценный мех, но и 4 центнера. Легко усвоя и могло. Я ничего не понимаю. Легко усвоя и могло. Так, я спрашиваю, можно... Сало. Какое максимальное количество кролей можно размножить? 4. 4. Не, я серьезно. Я тебе стой, серьезно говорю, 4. Так это ж мало. Куда тебе больше? Какая разница, мало, много. Я тебе объясняю. Я не очень хочу, чтобы сейчас напрягался компьютер. Ну давай тогда 5. И Димка там где-то за 20 километров орет. А, мои курочки. 4 курицы, вы сейчас совсем такой там орет где-то. Курочек значит всего 2, а кроликов 4. Ну ты же можешь сделать 4 курочки. Не, кроли будет 5, я люблю парные числа. Вот, видишь, можешь 5 курочек сделать. Радуйся, студент. О, криво. За Витькой бегают, что-то там домогаются его. А, за моей жопой. Ня-ня, получит! А я ли? О! Так, не надо лопатам. Угу. Мы еще с тобой ничего, да? Надо подальше от дома, короче, делать эту всю фигню. Ну, то есть, чтобы они спавнились подальше. Ну, эти, факелы ставь и все. Потом деревню надо будет и сделать этот, чтобы жители, короче, тоже. Угу. А то вон за ними уже зомби, блин, зомби бегает за ними. Делайте день! У кого опыт есть? У меня 11 опыта. Я такой опытный. Делайте опыт? День, у кого опыт есть. Блин, зомби убил. Ладно. Да жителя убил. Зомби жителя убил. Жители! Баба. А, сейчас. Пошел вон от моих жителей. Здравствуйте, вы кто? Татьяна? Мне, конечно, интересно, а кто додумался в бассейне ТНТ положить? Кого положить? ТНТ, кажется. Тут тыквы! Какой ТНТ там? Тут фонарь для освещения, ты чё? Это ТНТ, вы сейчас студент знаете. Студент тыквы взрывать умеет. Зачем тебе опыт нужен был? Да уже не зачем. Кто уже сделал свою грязную дело? А чё тут кнопок нету? Ну, кстати, в дефолтном текстовом файле тоже нет. Так, Витя, тебе ответственное политзадание. Начинается. Как делать? 30 уровня зачаровалку, пожалуйста. Какого? 30-го. Зачем? А вот надо. А зачем, скажи? А вот надо. А зачем? Пока не сможешь, не сделали. Чтобы за деньги, да? Чтобы Кирочка удача 3 выпала. Кирочка удача 3, надо очаровать 26-24 уровень. Если не помнишь. 26-24 уровень, блин. Все время эффективность 3 выпадает. Ну вот, видишь, не судьба. Как нажимать? Ну, поставьте в одну, там еще... Три кирпичных блока.
Ну, цементных или каких-то. Три зеленых свистка. Да не необычная плита, это же нажимная плита, которая... А, там с хэдстоуном, что ли, по-моему? Да, и три зеленых свистка. Да как она делается? Нажимная плита? Да. Два да. блока снизу поставь, по горизонтали, и все. Не делается. Она делается только из камня и досок, и все. Ну, булыжник. Камень. А, камень. Булыжник. А, все, я поняла, его обжечь. Да, вон, возьми вот в этом верхнем сундуке второй ряд. Обожженный. Обожженный. Да я сейчас себя обожгу. Обжженный. Где обжженный возьму? О, мясо. Я половину заберу мясо. Пещера. Нужно больше факелов. Да, факелов, да, надо. Да, высоко, кстати. Классный текстурпак, он мне так нравится. Не, кто докопал шахту до 11 высоты, а? Мы, это сам, там лава просто. Там лава. Там слава. Слава там. Ты думаешь, Диму это успокоит, что там лава? Нет. Он ее сейчас пойдет залять и добывать, вы че, это что ты делаешь? А че, реально пойдет? Да, я даже не сомневаюсь в этом. Он может. Погоди, студент, дай мне ведерко лавы набрать. Для мусора. Забирай. Поздно. Какой ведерко лавы? Нам этот обсидиан нужен, слышите, для портала. 12, штук, у меня с собой уже. Он сейчас залью вам. Штук, да, 12-15. Один какой-то. Только, Лёрин, подожди, там этот, ты подожди строить. Там немножко надо будет еще прокопать. Я не строю, они у меня в инвентаре лежат. О, у меня студенты сейчас. О, пишут. А что тут лошадь делает? Это моя, не трогай ее. А где? Красивая, красивая. Рыжеволосая? Рыжеволосая Андрей, где? Я пока тут студента грабану. А где Андрей, кстати? Андрей не слышно. Андрей? Андрюша! Это кроликов бьет. Кто там твоих кроликов бьет? Андрюша, что ты с кроликами делаешь? Андрей. Опа-на, 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 удача один. Судья, смотрите, нашел. Не он, а для кирка на удачу один. Ну давай. Ну по идее, да, может отошел куда-то? Вода есть. Только вода есть. А, не, она мне дома. Бегут ручьи. Еще как бегут. Ё-моё, у меня столько живых. Блин, хватит на мне появляться, елки. О, Кайзер свободен, ТП! Все-таки на Кайзера появляются, взяли привычку, а? Не чтоб на меня. Татьяна, да, прикол, посмотрите, какой эти короли размножаются, я его стрёжно хочу. Так, Леориан, тащи давай сюда в воду, блин. Да я бегу, я это, пока выложить алмаз, который забыл. Ты мне не выкась, слышь? Выкась. Сразу такое минута молчания. Не надо минуту молчания. Заливай водой тут. Я не, это не я сказал, сразу говорю. Леориан, водой заливай. Инвентарь глянь. Так, что там кролики? Спасибо. Чего они убиваются? Кто с морковками рядом ходит? А зачем? У нас есть обсидиан. Кто-то орал, 15 штук надо. А уже добыто у меня лежат. У Кайзера точнее. В сундуке, ладно. Ты не нужен. Нету, неправда, ты неправда. У меня нету ничего, нету. Дима. Да хватит на мне появляться, блин. Ну еще ты профилактики. Ребята, говорите, надо обсидиан или нет, блин? Не надо. Надо. Зачем вам? У нас есть. Надо. Лёрин, надо. Молчи. Надо, пусть копает. Вова, у меня две кирки, эффективность 3. Ну и чё? Всё, готово. Отдай мне одну. Долго я буду его копать? Дай мне одну. Приходи, дам. Иду. Здесь ждёт только на лазе, шифтом зажав. И не ходи там. Иду. Приезжай к нему, да? В город. Не пойду. Где он? Где он? Иду. Не пойду, как в этом фильме любой был. Нет, а я пойду. Тут на халяву даю, чё, отказываться должен. Что ты делаешь? Ну, если он один раз предложил, все, надо брать. До другого раза от этого жмота не будет. Можно поставить, чтобы инвентарь не забивался. Ну, поставь. Так. Оп. Давай. Отдай свой пик. Че? Ой, я тебя не знаю. Слышь, я тебе прям в этой воде утоплю сейчас. Я обсидиан посерпу прикрою. Потом его будем включать, потом, Лёрин. Не сейчас, Лёрин, не сейчас. Че, обсидиан покупаешь, да? Вова, я говорю, я тебе что отдал? Просто эффективность 3. Эффективность и прочность. Я крипер, пошел. Крипер! Ну как Таня реагирует? Таня. Крипер такой, Таня. Он меня кроликом отвлекает, падла. Вова, обсидиана сколько взял? 9. 9? Он пропал. Ну. На тебе еще 4, добывай обсидиан. Я в шахту погреб. Мне надо обсидиан добывать, славку ванну. Нафига вы обсидиан добываете? Я не знаю. Все добывают, и мы добываем. О, криперас, есть алмазы? Да, полно. Можно водичку, ведерко взять, типа налить тут, чтобы лаву вот эту залить? У меня ведро. Или не вариант? А у меня лава в ведре. Спасибо. Вариант, спасибо. Не вариант. Как там забор делается посередине палки, по бокам доски? Да. Мне, пожалуйста, побольше. И всего. Давай. Пошла как в ресторан, мне, пожалуйста, побольше это. И всего. И по халяве. Подешевше. Что сделать хорошего? У нас сегодня праздник. Так, вчера же праздник, да, этот? День святого. Всех уродов. День святого. День всех этих. Всех уродов этих. Калитка?
Зато позавчера был вообще классный день. Пятница. Ну да. Очень классно. Суббота 14-го. Что там Кайзер говорил, как узнать, когда будет пятница 13-го? Когда месяц начинается с воскресенья. Да-да. Это 100% информация. Я проверила. Если месяц начинается в воскресенье, значит пятница, тогда это месяц будет 13-е. Это логика какая-то. Это он где-то вычитал просто, это не логично. Это мне когда-то сказали. Посмотри в календарь. У меня дома нет календаря. Так живность, и на компьютере нет, да? Как понимаешь? Лошара, телефон тебе зачем, а? Не знаю, что время смотреть. И с девушкой переписываться. Так, вот не надо было вспоминать про девушку. Ну да. Это было это, как он, опрометчиво. И тупо. Ну, кто же ожидал, а? Ребят, еще раз задам вопрос. Кто успел на Годня, который в Доте 2, и что он выбил с этого Годня? Ну, Годня еще вроде не закончился. Ё-моё. Там его додосят, конечно. Бедняжка. Что? Я ничего. А я выбил сет за где-то 3 бакса, там, 3-5 бакса. Ну, молодец. Что он сказал? Не трожь мою ферму, кушай отсюда. Я его французский не понял. Что? Кого выбил? Не палься. Ты что, в Доту играешь? Ну, студент. Нет, он поэтому не понял. Ну так офигли тебя тогда. Зачем тебе понимать? Это к дотерам только относится. Блин, зачем мне? Успокойся, Дим. Тебе нельзя волноваться, копай. Ну это дело говори, да? Ты заботишься о моем здоровье, да? Да-да-да, копай. Кто читает чат? Все, кому не лень! Ой, хорошо, горю. А вы что-то рядом было. Я с Димой. Мне так хочется ко всем ТПшницам посмотреть, кто чем занимается. Я горю, например. Я Диму контролирую. Как он копает. Опа, направо. А я нашел Эндермуна. Так, тихо всем. Че, Дим? Направо уходим, мы начинаем рыть. Я выбил глаз. Ну давай. Сейчас я через блок или через блок? Через блок, подожди, сейчас сделаю. Кабла, господи. Кто написал кабла? Блоков 20, вола. Блоков 20 туда пойди. Я это по-другому прочитала. Ну, кто как читает, видишь. Зачем так кабла? Кто на свой счет воспринимает? Кому? Не, Дима, возвращайся к тому разговору нашему. Это было правда, как его? Правда, не правда. А ладно, мы уже все поняли, что ты лошара, ё-моё. Я не виноват. Я не был в той ситуации виноват. Тебя развели. Да, вот это да. Но я не был. Береза, я дух. На любовь, блин. Что? Что за любовь такая? Ну, девушка там была, которая познакомилась. Это, которая... Не, я... Которая там... Я ей говорю это. А что там за фото? Лучше не смотреть на это. Покажите мне. Мои глаза до сих пор болят. Не, ну дело в том, что я переписывался сначала с другим человеком, как я думал. Контакт, я ненавижу тебя за это. А зато вот... Не, а вот с этой познакомился девушка. Слышите, прикол, человек, который не играет в Майнкрафт. Адский портал делается в ширину 2 блока. Ребята, что вы знали? Значит, с 1.7 версии адский портал может быть любого размера. Да? Да. Хоть в формочке звезды построить, блин. О, это идея. Главное, чтобы он не меньше 2 на 3, не меньше, чем 2 на 3 блока был. Ну, чтобы пройти. А дальше уже только от вашей фантазии зависит, какого размера будет ваш портал, Влад. Да, какого размера будет. Ваш ад. Ой, Таня, ай-яй-яй. Ты вообще пошлая какая-то, а? Да? Ой, не говори. Я знаю. Всё, ещё вот так. Ура, я словила Кайзера! Овса мне накидай. Овса. Слышь, овса. Слышь, овса, накидай овса. Крипер! О, козёл, блин, ты не крипер. Ого, разнёс. Да я же говорю, козёл, а не крипер. Опа. Овса. Значит, джамат запишите, я приеду. Блин, так разнести, ну. Кроликов сюда перевести надо. Я пойду, короче, в лаве рыбачить. Вы как хотите? В лаве рыбачить? Да. Кто поставил здесь, блин, плиты? Вы шо? Я? Это ж вход, тут никогда нельзя ставить. Вот здесь вообще никогда нельзя. Окей, и уж тем более вот здесь. Вова, ты там вообще копаешь, нет? А то тут тебе зайдет кто-нибудь. А, блин! И все. Зараза ты! Юрин, убери свою лошадь! Вы стоите, чем вам не нравится. Ее, блин, ее задом. Убери своих кроликов. Так вот я вверх, вы вывести, хочу. Так, земля. Так, иди сюда. Нет, зато Дима, я вот с этой встретился, с девушкой, и она мне вообще понравилась. Иди сюда, это какое, Вова? После той, конечно, любая понравится. Да. А что там за девушка? Да не девушка, наверное, а парень какой-то. Нет, лучше не спрашивай, что там. Там девушка. Да, там девушка, там точно девушка. Ребят, я тут нашел кое-что, я нашел ваш тоннель. Нет, самое главное, что я живую-то не видел, мне вот это повезло. Ребята, там девушка. Да выходи, ты черный,
блин! Наркоман Павлик про нее сказал, а ты нас не съешь! Ты что? А ты нас не съешь! Не, ну это вообще, вы смотрите на этого... Ай! Да выходи! Ну что, вот это прямо в задницу, как больно! Такая хорошая. Надеюсь, она этот стрим не смотрит. А то съест еще, да? Нет. Да мне про... Главное, чтобы это не смотрела. Ребята, я сказал копать на попутка, а? Не, ну это вообще... Как? Я просто не слышу, что ты говоришь. Иди нам ссылочку, я в ВК мы скинем, мне ссылочку стрима. Не надо. Вот, вот так копать? Камни. А, ну все понятно. Камни, камни. У меня просто факелов нету, так что я буду всем эту копать. Да я камни не могу вывести из дома. Нормально, нормально копаем, да? За мной. О, эти дал как будто, блин, это, украл как будто. Натя еще факелов скрафтил только что. Во, красавчик. О, иду помогать. Я не могу вывести. Да ты больной, блин! Прыгает с высоты прям. Иди сюда. Не, кирку дай, факелов потом еще скрафтим. Ты про что там? У кого там ведро с водой было? У кого? Выводи сейчас. Гок. Нету. У меня нету ведра. Нет, ассистент. Я бомж. Я могу его подтолкнуть. Студент, можно у тебя ведерко? Волшебный пенис. Нет, просто я близко нахожусь, он на меня смотрит. Теперь да, давай его убирай отсюда. Забирай. Ясно. Пошли. Нельзя, чтобы второй человек рядом находился. Они какие-то пофиг, что морковь. Они, да, они начинают на того смотреть, короче. О, вы мне загончик построили для лошади, спасибо. Да если бы. А где дверь-то отсюда? Один есть. Одна тварь есть. Это, говорит, не кроль, это демон какой-то. О, Эндермен. Дождь. Дождь. Я таю. Я таю. Египетская простыня. Беги. Египетская сила. Святая корова, да? Ребята, ребята. А, твою мать! Придурок с фоком! Эндермен в доме. Вот, блин. Слышь ты, скотина, иди отсюда. Татьяна. Татьяна? Он на костя прячет. Слово Татьяне. Татьяна? Да. Да. Я его убила. Из того, что было. Да выходи ты оттуда! Татьяна, почему гроза? Действительно. Почему она постоянно бьет, да, в землю? Кстати, тот же самый вопрос. Погодите, кто он за попуду отвечает? Какого фига? Ничего не знаю. Я в шахте. Кто за погоду отвечает, а? Татьяна? Где этот, про отвечающийся? Я кроликами занимаюсь. Лава! Чё? Иду. Да копай туда за меня, кирка помалу. А, сейчас так. Всё, он на тебя задрился. А. Я не понял, что это было, конечно. Чё? Чё за кроль пробежал тут? Кто летел, да? Слышишь, я тут взялся, чёрт? Строю, тут какая-то короля такая пробегает резкая. Да он за мной тоже какой-то чёрный там охотился. Прям ты сам иди высидел, да? Нет! Нет! Как текстура называется? Текстура не в комментариях, текстура под видео в описании, ребята, Татьяна, смотрите. Ты там жива? Мамочки! Чё? Аня упала в пещеру. Козёл, блин! Да она прокололась. А я обычно слышу больше мамочек пальцами, чем от студента. От кроликов только шкурка осталась! Успокойся. О, блин! Такая эмоция, блин. Там что-то случилось, серьёзно. Ну, шкурка, блин. Это ещё хуже. Татьяна, блин. Прости, не, ну, кролик! Реально, я там человеку падет плохо. Я так не убила их! Что ты её мы передал твоим родителям, чтобы был хороший кролик. Да, Татьяна, да. Мы отправим твою шкурку твоим родителям. Это у нас на переизвода вообще. Это ванильный Майнкрафт, только с текстурпаком и всё. И с грозой. И с грозой, которая не прекращается. Потому что Татьяна у нас плачет в голову где-то там. Не, некогда выключает, она тут плакает. Ой. Не то выключила. Ой, господи. Нет, нет. Вообще, урод зеленый, блин. Найду, убью. Найду, говорит, убью. Я сейчас такой в чате пишет. Тами взорвана крипером, как-то так. А я тут со скелетом обнимаюсь. Так, а что делает студент? О. А, вот как он вовнутрь вошел, а как он вовнутрь вошел? Кстати. Меня, он, короче, куда я там вошел? Вот тут стоял, он взорвался, сюда. Меня аж сюда. Да, иди. Меня сюда аж откинул. Да, иди сюда. А? Ты можешь вот здесь вот себе выделить место и сделать загончик, а, и поставить траву? Могу. Ну, а вот здесь. Траву провести? Вот здесь? Ну, если у кого-нибудь будет шелковое касание, то можно и не проводить. А, хотя, давай, если... Блоки вот есть, вот. Вот, это он докопал мою.
Ну короче, можешь себе вот здесь да, выделить стал. Кусочек? Ой. То, что здесь явно много места, здесь можем поставить, к примеру, еще кого-нибудь потом. Чтоб уже криперы к тебе не подходили, не подкрадывались. А тут дырёха внизу? Так. Ай, на тебе. Подарок, хочешь подарок? Умеешь летать, кстати, Татьяна? Нет. Да, хочешь научу? Два. Таня, хочешь научу? Берешь вот эту штуку. А, я знаю, не надо. А что? 4, 5, 6, 7. Смотри, как... О, вон он, Татьяна, вон он, в воде, крипер, в воде, крипер, Татьяна, крипер, в воде, крипер, крипер, в воде. Пас. В воде не пас. Пас его, пас. Где, где? Отомсти ему, отомсти за кролика. Я пошла. Крипер, сейчас опять взорвёт что-нибудь, Таня, а, блин. Иди сюда. А тут еще скелет. Ну так, это же вдвойне классно. Иди ко мне. Таня еще деревянным мечом или каменным. Вова. О, да. Я сказал. А, блин. Мне это показалось? Ё-моё, да как так, а, Татьяна? Мне не показалось. Нет, мне показалось, что ты не перевозишь. Ой, ё-моё. Что вы там? Чати, глянь. Чат, посмотри. Кто там был взорван крипером? А, всё-таки взорвали, да? В воде он не опасен. Если будут криперы, зовите. Да, в воде он, да, не опасен. Не прям быстро, да? Опа, я не поняла. О, тут стрела осталась, слышишь? Ой. Прикольно, ты слышишь, на вас зол. Так много не бывает. А у вас вещи дропаются? Нет, не дропаются. Нет. Я горю. От лавы можно погаснуть или нет? Что? Да нет, ничего уже. Я выяснил. А что студент делает? Студент, что делаешь? Мы снимаем. Почему Андрея не слышно? Да, почему? А он здесь есть вообще? Есть. Андрюша. Андрей. Хочешь заработать миллион? Да. Все это ты сюда пришел. Ребят, я здесь, да. Кто там звал, да? Какой миллион? И откуда ты пришел? Короче, ясно, он пришел откуда-то. Вот ты чего сюда приперся, а? Я смотреть за тобой, а что, нельзя? На тебе, языка. Прошу прощения, что отходил. Так, хочешь вот эту фигню? Ты тут многое пропустил. Там за стеночкой где-то Вова ползает. Я не ползаю, пока я разбираюсь. Он совсем за стеночкой, за другой. За решеточкой. О боже. А он не реагирует. Откуда вы приперся, а? Ты про чё? Откуда вы припёрлись, спрашиваю? Андрей пришёл. Витя, иди сюда. Я не реагирую, я потому что занят с человеком переписываюсь. Да, иду. Сейчас накидает всякой фигни, не скажешь, иди отсюда. Идёшь туда и налево. И налево. О, уже сколько накопали, блин, нифига себе. Посмотри, ты чё делают паршицы? А да чё, я вообще просто так уже 5 минут. А, вот здесь тёмный кусок оставили. Крипера себе на голову. Вы меня нормально слышите? Да. Это у меня такое ощущение, что задержка была. Ну что, тут что, и налево надо идти, оказывается? У тебя задержка? Так, я чуть-чуть отойду. Ну да, но не та, которая ты подумала. Я не подумала. Я решила пошутить. Я же говорю, Татьяна, ты пошлый человек. Я нашел постель. Это же люди тебя уже останавливают. Чей постель? Моя. Меня ничто не остановит. Да. Зацвела акация, собрались друзья. Дима, остановите, пожалуйста. Тихо, спокойнее. Главное, сохрани спокойствие, Дима. Концов. Я сейчас пойду. А классно домик издали выглядит. Да, вообще шикардосно. А ты знаешь, как прикольно он выглядит из-под земли? Вообще. На палаться не могу. Так, я сейчас вернусь. О, кого-то опять взорвали. Не-не-не, тут все под контролем. Бум! Татьяна умерла. Все под контролем, все нормально. Контролируемые взрывы. Помогают мне копать. Скотина такая, копай. Слышь ты, кослявый, иди сюда. Не, кирку, блин, отжал, блин, а ей не копает, а? Да вообще хитрый. Ага. Я выше кирку, а ты еще хочешь, ты меня слышишь, вот. Вот так, все. Кайзера, ты не тебя там Таня звала или нет? Нет. Или меня? И Кайзер отошел, все ясно. Нет, он тут. А кто чем занимается вообще? Все в шахте. Я кроме делаю Тани, ферму, и Андрея. Ферму для королей-лей-лей. А где выход? Боже. Ты чё? Что такое? Где там, боже? Кто там, боже? Господи, кто придумал Вове такой ник, а? Какой? Так. Это... Не скажу вообще. Так. Так, надзиратель ходит проверять. Нет, я, ребята, просто, чтобы вы видели не только меня, да, но и других игроков, ну, кто на стриме, да. Я буду... Ты хочешь, что время от времени опять дождь? Да, ребята, мы в рабстве.
Не, ну знаю, это я. А при чем тут следят, блин? Чтоб не было такого, что я один, знаете, это самое. А чтоб хотя бы ощущение. Начальника нас еще избиваешь. Да, один из них глаза в голове. Паспорта отобрал у нас. Да-да-да. Заставляет. О, у нас арбузяки есть, ух ты, ничего себе. Да. Перейдем тему. Я вытопил, ой, блин, черт. Кайзер, все, я с тобой выехал. Так не надо было так ставить, блин. Нормально все стоит. Да фигово у тебя все стоит, блин. Да фигово, блин. Окей. Никто не жаловался. Да? Знаешь, мне когда говорят, до вас никто не жаловался, я говорю, я первый, кто будет жаловаться. Ну, чё, с тобой же выехали. Может считать, что уже жалуются. С тобой выехали, не боись. Так объясняю, тут пустой блок надо было еще оставлять для прохода нормального, а ты, блин, ужал все как... Во-во. Для кого это делал? Для себя или для кого-то? Для всех, нас много. Да, нас много, из-за этого не надо было прохода добавлять вообще, да? На ферме. Да. Зачем так морковку в три ряда посадил, блин? Да. Хотя можно было в четыре даже, о, смотри, лишнее, вот я же тебе говорю, ты мог так, смотри, блок воды, да, блок под посадку и блок под это, ну это для вот этих... Взял и сиди за студентом, наблюдай. Для арбуза, слышишь? Я сейчас аномаз сейчас найду. И проход один оставляешь. Так, Леорин, посмотри. И у тебя нету места, где ходить вообще, короче. А, почему Майнкрафт не в сериях, а в стримах? А потому что хочется, чтобы это было в стримах, а не в сериях. Ну, можете смотреть его как серии, потому что он тоже имеет свои, ну, серийные номера. Да, у меня запись. То есть стрим, ну да, и у Татьяны вы можете... Что так, что взрывается? Крипер. Татьяна. Это не я. Кто, интересно? Если не ты, то кто? Тут больше некому взрывать криперов. Мстить. Не за что мстить. А тут мне... Никто не убивал королей. Мне нравится вот эта вот дырёха. Чего? Здесь же дырёха получается. Так поставь блок нормальный там. В смысле? Блин, начала подлагивать. А каменный блок поставить? Татьяна, Татьяна. Ой. Тихо, тихо. Так, переключайся, давай. Колесико, ты можешь. Давай, давай, давай. О! Ага, на тебе. Теперь надо идти. Горбузасик за это. Сладкий зовут. Он и калитку подорвал. Угу. Ты вообще крепкий, да? Чего у меня столько ерунды всякой? Что это? На тебе подарок. Не надо мне. Почему? Давайте отгородим от опасности, давай. Ну, что ты... Давай, отгораживаю тебя от опасности. Ты. И что ты сделал? Я? Лабиринт? Не знаешь, как строят лабиринты? Вот так вот, лишь бы накидали и присмотрят. Что за фигня получилась? И сами выбраться не могут. А мы с парнями делали на серваке лабиринт, кстати. А Вова еще делал лабиринт с препятствиями, да, Вова? Или просто препятствия? Чё? Я говорю, Вова гасится где-то. А, точно, зачем ругать Лёрина, если можно самому ферму сделать? Ага, точно, да. Во-во. Сейчас я пойду, да, ферму делать. Угу. Я тебе дам. Потом разбегусь, арбуз и что-то сделаю. Я тебе арбуз в лицо кину. Арбуз он мне в лицо кинет. Да. Ха, интересно. Да. Давно мне арбузами в лицо не прилетало. Соленым. Соленым? Ага. Так это ж классно. Да. Твоё любимое. А. Кстати, по поводу... Что, у нас капуста есть? Точно, у нас капуста есть квашеная. По поводу соленых арбузов, все типа, это ненормально, ты все думают. Что ненормально? Арбузы соленые. Кто ненормально сказал? Ну, некоторые так считают. А мужа вот. Спросил, нормально, нет? Так вот, что ну? Я хотел сказать. Мама когда-то, моя мама, закрывала кабачки с алычой. Фу, блин. Где? С алычой, слива такая. Вот ты говоришь, фу, блин, а ты их не пробовал, они очень вкусные получаются. Это я понимаю, я знаю, что в России делают из повидла, из помидор. Понимаешь, ну, они... у каждого, понимаешь, у каждого национальности свои, да, заскоки. Вот. Молотовые вода делают, ну, солят арбузы. Например. Смотри. Но арбузы самые последние солятся, и такие розовые, еле-еле розовые, короче. Ну, розовенькие такие, короче. Должны быть не красные, не спелые такие до Урала. Они маленькие, во-первых, маленькие арбузики, такие на килограммчик, вот. И вот их засаливают, очень-очень вкусно. Так вот, эти кабачки она резала на кружочки и посерединке вырезала дырки. Попочку. Как типа эти Андрей кружки. Андрей ушел. Почему? Прощение попросил и ушел втихаря. Почему? Нет. Ну надо, значит. Нет, ну прощения. Да. Кто обидел Андрея? Да. Это Лёрин кто? Да, кто еще? Во всем виноват, я. Да. Нет, ну, ребята. Что такое, девчата? Я короля. Вова, ну зачем ты вернулся, а? А чё? Я тебе только западло хотел устроить. Ну извините, мне приспичило вернуться. Я прям чувствую, когда ты мне пакость хочешь сделать. Это ж как? Вообще привычка, да? Да. За столько лет это уже привычка выработана. Я немножко твой огород переделаю чуть-чуть. Я буду лавой залить. Ну ты сволочь, а. Лавой меня залить. Ух ты. Умник нашелся, залей его.
Не, я ему другую подлянку сделаю как-нибудь. Я не такой злой человек. Ну, я не буду сейчас говорить. Пусть все складывается. Подлянка будет подлая. Да. Я, говорит, не злой человек, но... Я по памяти. Я злой, память у меня хорошая, да? Свинья, уйди ты. Это кому? Лола! Да. Ох ты, ё-моё! Скелеты! Не убивай скелеты. Вот моя вторая подлянка. Ах ты, сволочь, а. Блин, снизу лава, сверху вода, блин. Еще со студент со скелетами подваливает. Ну, да вообще. Всем привет, привет! Я двух скелетов загрел. Давай, 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 иди сюда, иди, мой хороший. Гори, свай! Лава, лава, я сейчас сдохну. Вау, вау, убегай от скелетона, вы поняли, да? Блин. Даже написали, как именно это произошло. Дима, я тебя ненавижу. Прикинь, Майнкрафт знает, что Вова делал, да? Вова убегал от скелета, Майнкрафт и написал такое. Блин. Да еще и в Инстаграм выложил фото. Ага, да-да-да. И в Твиттере, да? Блин, да. Хорошо, что меня нету ни в Инстаграме, ни в Твиттере. Я выложу. Не боись. Ну, выкладывай. Так, ладно. Вот, Диорин, я сделал все по правилам почти, все. Вот вижу куриц. Так. Не, не, не смотри на них. Не, ферму куриц. Явно Дима здесь. Ты на спауне появился. Вова, ты хочешь, чтоб тебе? Ой, Вова, Витя. А, я не могу. У меня нет таких возможностей. Я занят. Кого там ты пишешь? Меня. Ого. Кстати, Алюс-то. Кто там? Да баба он какая-то. Но. Баба. Я тебя точно убью. Добрый он, ага. Да. Я. А чё, кто? А кто говорил? Да-да-да, спасибо. А кто говорил, что я добрый? Ты сам сказал, что не злой. Я так не говорил, да. Ну так. Я полчаса ждал, пока он там отагрится, а? Двух скелетов, блин, подманил. А, это ты, сволочь, специально все-таки, да, сделал? Здесь проходная дорожка. Точно, точно. Здесь проходная дорожка, так проходные двери. Поднимите мой зад. Ой. А где короли все делись? Они сбежали. Ну, два кролика здесь я вижу. Ну, они эти, желтые, а я хочу еще другого цвета. Ну, возьми красителем, их что, нельзя красить? А, я не знаю, кстати. Да, кстати, хороший вопрос. Ну, давайте проверим. Иди, я проверять буду. Идет кролей мой. А их можно это, как его? Кыш. Кормить этим? Морковкой. Нет, плотью там чей-то. Я сейчас покормлю плотью. Такие злые кроли, да, появляются? Да, зомби. Ешь, ешь. И такие, это ты нас сделал, хозяин, да? Ага. Мы пошли в школу Игорей. Служить тебе будем после школы для Игорей. Мое первое желание убить Диму тогда будет. Сразу. А-а, нельзя. Все. Жалко. Так, подожди, они, по-моему, есть белые. Так. Да, да, я буду смеяться, да, нам надо исправление фермы. Не, ребята, я лучше исправлю, сделаю как положено. И как покладено, и как повернуто. Так. Где-то еще земля была. Я не знаю, красить. Поиграй в кейс-симулятор, что это такое? Ну, кейс-симулятор. Да она меня уже красит там, а? На, плоть съешь. Фу, сам нашли. Развлекается мальчик с девочкой. Она его красит, он ей плоть, он ее плоть. Не, ну бывает. Нет. Я буду джентльменом. Да. Татьяна, будите курицу? Чего вы все выкаете, блин, задолбали. А, чего нельзя? Это уважение, как-то. Так, ну, наверное. Да, мне вроде 50 лет, еще по имени отчеству бывает. Не, ну сколько тебе лет? 500. Женщина спрашивает о ее возрасте. Да прямо уж. 20 с хвостиком. Какие 20? 20 лет мне было 11 лет назад. Ни хрена себе хвостик! Дима проснулся, да? О, кролик, кролик, кролик! Далматинец, далматинец! Сидит на пьедестале. Да блин, давай, земля, забивайся уже. Ать, 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 ать! Ать, 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 ать. О, точно, это ж так можно делать. Иди ко мне, иди ко мне. Иди сюда. Все время забываю. Что так же тоже можно делать. Так. Идем за мной, пошли. Да свиньи, вы мне не нужны, мне кролик. А. По-моему, кое-кто не сдержался. Это нормально. Еще раз. Ух ты, фига себе, свиней, сколько я веду. Зачем они? Ух, нифига свиней, что? Сколько я свиней веду. Ага. Ты что, послышалась? Я ничего не послышала. Я вам мясо веду. Ага. А зачем на мясо? Действительно. Ну, свиньи. Ну что, ты у нас тут арбузы, морковка, блин, все что хочешь. Да они что же на морковку агрятся? Я кролика веду, они за мной. Морковку убить! Черт, не туда положил. Я такая влетаю. Какая хорошая, иди, моя маленькая,
Да, ложись, давай сюда. Нет. Ложись. Это не тебе. Это не тебе. Так, знаете, что свиньи, блин? Блин! А, как сапу делать? Народ, а паучья пещера кто видел, нет? Паучья я видел. Где? А что? Сейчас ты а значит, есть. А, ты нашел? Нет, еще не нашел, просто спрашиваю. А я знаю координаты одной из паучьих пещер. Татьяна там крысу нашла уже. Нет, я кролика веду. Иди сюда, моя крыса. Ну, он же в пещере. Вот так и должно быть слышно. О, у меня удачный сезон, короче, ребят. Ага. Чего у тебя? О, а я алмазы нашел. Прикольно. Ладно, не везет тебе. Дима, у тебя на удачу есть там что-нибудь? У меня есть на удачу. Ну иди сюда и копай тогда. Да нету ничего, блин. Прошу Витю, блин, поставить одну книжную полку, блин, он никак не... Слышишь, мы заточили на удачу не на том уровне, так что не надо гнать. По Диме просто всё через... Да-да-да-да-да-да-да. Дима, легче тебе это сделать. Знаешь, как говорят, пока сам не сделаешь, фиг кто сделает. О, ни хрена там в каком... Так что жопу в руки и пошел сам себе делать. Уйди. Таня там развлекается. Как может. Да. Кролик потоптал жителям грядки. Она с этими краями как будет? Да погоди ты. Всем топтайся. Нет, ой, вот ты придурок. Да уже потоптал. Вот ты долматинский дундук. Зато красивый. Да, сиди сюда, сюда иди. Иди сюда! Ну тупой. Грозы! Грозы миленького создания. Ко мне! Ну хоть радио, что моя лошадь жива. Подожди, мы сейчас исправим. Я тоже так подумал. Татьяна, у меня ведро лавы, ведро воды и зажигалка. И чё? Я думаю, защищу свою лошадь. Да-да. Все так думают сначала, да? Да. Со мной же ты будешь. У меня заложник как твой кролик, нормально? Да уйдите вы, твари! Я вот пойми, кому это она, да? Королям! Да ладно. Она королева сама пошла, видите? Теперь мои хорошие. Угу. Так вы, твари, не идете. Ой, мои хорошие подошли. А, козлы опять не идут. Да, желтый родился. Желтый родился. Убить! Пора в Китай ехать. Все, жизнь кончена, да? Желтый родился. Не переживай, бывает. Может, этого кролика никто не видит. Так, ладно. Версия 1. Простите меня, тоже люди добрые, но я тоже откланяюсь, у меня свидание. Вот так вот. Вчера договаривались. Да, ну, я не знал, что мне сегодня... Обманывать не надо людей, а? Не знал, он не знал. Ну, я никогда не обманываю, почти. Вот именно, почти. Ну, я же добавил почти, значит. Все, поскакал. Так, да, я поскакал. Покажите мне ту дыру, а? Пока скакал, меня отобрали. Я тебе потом покажу ее. Года через два. Давай. Давай. Пока всем. Ладно, счастливо. Пожелайте мне удачи. Да-да. Обойдешься. У меня девочка уже. Кролик как бы ушел формально. Так. Саня, ну ты глянь, на заборе скачет. Ну, он не перескачет, если что. Ого, фига он себе! Как бы уже на заборе скачет. А смысл он уже ушел. Так у меня три есть. Саня, кролик уже ушел. Я вижу, я вот стою. Возьми морковку. У меня нет морковки. На. Так сама, я тебе лошадей возьми сгоню. Возьми Танину морковку. Мне либо смешно, либо она плачет, я не знаю, она не думает. Она сейчас думает, как бы меня послать. Красиво. Нет. Чего бы там вдруг? Нет? Точно? Ну что, скоро. Скоро. Совсем скоро. Захочется. Что вы все так добиваете, чтобы я то ли кто козлом называла, то послала? Что за... Это общество тайных извращенцев, которые любят, чтобы их посылали. Витя, ты мне скажи, я тебя пошлю. Легко. Да-да-да. О. Да с любовью пошли. А персонаж рыгает. Кошмар. Да, он пожрал морковку. Так было. Всегда. Тростник есть, кстати, или книги, блин, я сам поставлю эту полку, блин. Да. Понятно. Самостоятельный какой. Что тут плавится, золото? Так. Что теперь? Леорен с тобой делать? М? Что? Ничего, я хожу и исправляю за тобой бардак, который ты тут натворил. Сейчас я там пойду и обратно все сделаю. Сейчас ты худший он на херне. Так. Такая музыка играет клевая. А ты ее не отключил? А зачем? Пока что на майнкрафтовскую музыку авторских прав не предъявляют. Студент. Ау. А ты напиши Гогу в скайп пару хороших слов, пока можно. Не, ну так мне не интересно, а. Как говорят, после драки кулаками все, не машут. Да, придет, я его завтра подкалю. Уже ловушку делаешь, да? Я не знаю, где он это остался. Откуда? Ну, точка выхода его. Кто-то стоптал? Где? Вот. Не знаю. Если бы знал, я бы там все лавой залил. А
Клеймер сцепили. Знаешь, еще это над кроватью его. А, уже задел. Окей. Да, это секрет. А Вова только что вышел. Он сидел, слушал все это время вас. Ага. Спалился. Спалил вас. Обсуждают тут меня, думают. Так, это посажено заново. А где стекло? В сундуках, смотри. А в каких? В каких-то. Не, ну а серьезно? Ну там где-то и в печках, смотри, внизу. Полно. Блин. Стекла полно. Да где? А, вот, нашел. Не трогай мою. Короче. Не надо на больного. Да, не наступай на больную. На больной мозоль. А, блин. Я пошла ловить рыбу. Тут же воды нету, черт. Ладно. И пишет, нет, я не слушал. Фига себе лошадей. А есть яблоки? Зачем тебе? Давай тебе размножу лошадь. Не трожь. Так. Я кого-то нашел, кого можешь сжечь. И кто это? Я знаю, как размножать их. Это студент. Так. Да. Чего ко мне пристали с каким-то кейс-симулятором, блин? Подписчики, а? Подписчики. Студент вообще не паниканул ни разу. Вот объясните, почему народ так любит смотреть Майнкрафт, он турнит и подобные игры, а нормальные игры на прохождение не смотрят. А зачем нормально смотреть? Такая странная. А знаешь, я как этот антиквариат какой-то, все уже попроходили и игры эту начинали. Ну так я то же самое. Я играю в то, что я когда-то, в моем же, в моей же молодости не было такого, ребят, да? Ну да. Вот, и получается, я работал, а тут сейчас свободное время, я такой отыгрываю все, что... Да. Может, скажем студенту то, что у нас ферма тростника дома? У нас ферма тростника, да и тут ее еще нету пока что нормально. А ну там есть тростник выросший. Да, вот, подичь. Тростник есть, студент. Тростник. Пестня. Эту пестню не прокуришь, не пропьешь. Ой, отвлекусь на минуточку. Да-да, не отвлекайся. Кажется, Гоп пишет студенту, ясно, куда он ушел. Да-да-да. Ясно, какой девушке. Так. Типьер. Надо вот так. Он нас кинул. Все, завалить, да. Либо он пошел палить ВК. И вот так вот с 2010 года я их... Это, слушаю. Кого? Студент Игога? Да. Кошмар. И не говори. Топор сломался. Это что сейчас было? Что именно? Детский голос. Да, вот Татьяна уже мерещится. Не, я тоже слышал. Это жители, что ли, или мелкие зомби? Не, у кого-то... Мне только дверь скрипнула. И все. Дверь? Да, это, у тебя дверь скрипит. Это дверь? Однако, здравствуйте. Да. Однако, нифига себе. Кто-то устанавливает время тут в игре. Так, дальше. Как там говорится, когда Тане нечего делать, она на яблоке охотится. У меня такое ощущение, как будто вроде должен был быть дождь. Да и вот. Ты какая? Да, читер. Читеры, такими быть. Мне говорят, что я читер, короче, из-за голд аккаунта в интернете. Говорят, я знаю, ты читами это сделал, нельзя сделать по-другому, прикинь. Кстати, трава зеленеет, даже если она просто поставлена. Ну, короче, она самостоятельно зеленеет теперь. Да? Да. Класс, этого я бы тоже сделал. Да, молодец. Вот так. Теперь. Так, это... Это у нас так, короче. А если кому интересно, вы сможете посмотреть запись у меня на канале. Реклама, бам! Слава богу, что у меня нет канала. Спонсор! Спонсор показа Kaiser & Co. Корпорейшн. Kaiser & Co. Шанель. Корпорейшн. Так, два яблочка у меня есть. Где бы взять ее? А теперь угадайте, что мне нужно. Мои лошади. Вы на лицензионном аккаунте. Я точно на лицензионном. За остальных вообще молчу. Все они. Если на него этот фолсмод или как его там? Привал этот. Лицензионный сервер, да? У всех пиратки любые. Да, конечно.
Так. Вон здесь стол. А что, спрашивают, на лицухе играем или нет? Угу. Да. Я на лицухе. Студент, да, студент. И я. По дефолту на серию настройках сайта лицензия. Угу. Мечтай. Ну я же знаю то, что ты только лицензию поставишь. Много знаешь. Угу. Слишком. Угу. За мной выехали? Уже за тобой давно выехали. Угу. Березовая роща. В коридор посмотри, они там сидят и следят за тобой. Ждут, пока выйду, да? Да. Уже как года три, да? Полюбая. Да. Так, а у нас в этом новом биоме, как его, секвой, лес секвой, или как его? Чего? Да новый биом-то этот, лес секвой. А, так надо найти его. Так я нашел его, кто-нибудь тут живет в живности? Нет. В смысле, ты нашел новый биом? Нет, это старый биом. Как-то он с версии 1.5 вроде бы. Ну так с такими деревьями, да, выгнут. Да. О, прикольно. Может тебе? Да. Оу, ес. Привет. А, класс. А яблоки есть у тебя? О, прикольно. Кажется, Татьяна еще ограничение на лошадей, надо сказать, что у нас. Чего? Откуда ты шел и куда? Отсюда? А, кроликов бесполезно в закон загонять. Куда шел? Да, туда. Окей, пошел я. С меня рыбак никакой, отвлекаюсь постоянно. Так, смотрим, это как выглядит, это вот так выглядит. Поставь удочку, отвлекаюсь. У тебя вон уже 4 лошади, если что. Не надо, Татьяна, хватит. Все, не буду больше, хватит. О, пустынька впереди. Ну, пошли проверим. Пойдем в пустыньку. А сахарок есть? Да, сейчас мы придем, будем кормить тебя. Главное, дождись. У меня даже седло с собой есть, Татьяна. А кто там ржет так, а? Кто это, да? Хитрый такой, да? Блин, не получилось. Что не получилось? А, это тоже этот новый биом. Пустынные горы, блин, как этот, да? Песчаные горы, короче, биом, блин. Черт, жалко. С чего в Майн вообще решили играть? С того, что наконец-то захотелось в него поиграть. С какого это перепугу решили поиграть? Это акации, слышишь, студент? Поправляю тебя. Чего? Акации. Это акация, говорят. Ну да, секвой так она это. В жизни-то там 1000 лет деревьям. Тростник собирай, блин. Зачем? Дома есть. Дома есть. Иначе я никогда эту полочку не поставлю. Ты дома есть тростник. Ну ты же знаешь меня, мне надо добыть все самому. Так иди добывай. О, сколько свиней. Так иди сам добудь, он у нас там растет. Нормально вообще, добудьте ему тростник. Я сам добываю себе тростник. Вообще такой самостоятельный, я вам скажу. Я гордость за него берет. Да? Так и хочется сказать, молодцом. Ага. Особенно, когда алмазы тебе отдаю. Не, алмазы отдаешь? Какие алмазы, да? Когда это было-то, а? А что, не было хоть? Какие алмазы, а? Не знаю, каких алмазов. Так. Закройся. Так. Что-то тут это вот. А, вон пещера. А у меня овцы боком ходят. Вау! Я лошадь вырастила. Одним куском сахара. Прикол. Их не валить надо, их надо, это, ножницами срезать. Так. Витя, вали овец. Тебе-то какой смысл в том, что я валю овец? Мне-то опыт идет, а не тебе. И чё? С этими текстурами свинки не упороты. Я, кстати, думал поставить, знаете, эти ЛБП, по-моему, фотореализм называются. Но они, блин, я не знаю, я к ним никогда не привыкну. Ух, Татьяна, видать, глубоко под землей. Раз, дождь все еще не выключен. Там? Та-дам. Скелет? Мне нужно... По заднице. И по заднице. Так, акация, да, это древесина акации. О, размычались-то, а? Чё, коровы? Ну. Где? Нет уже, не... Мне показалось. Нет. Блин, а? Мне показалось. Показалось ему. Сейчас мы посмотрим, как я показал. Диарит. Да, он вызывает диарею. Если его положить в карман. Строите скачки на тайны. На Татьяне. На Тане на Ми. Понял? Теперь Таня на Ми. Это кто это сейчас сказал? Таня на Ми. В комментах написано. Татьяне. Сказчики. Очень смешно. Да. Что, нормально? Конечно. О, как тут красиво, тут такой. А вот в Гоу в КС кто не сыт? Чё? Да вон в комментах написали, в Гоу в КС кто не сыт. На этом стрим наш кончается, да? Да. Вот, вы пошли в КС. О, КС, кто не сыт. Нашел, что сказать, блин, человека.
Да-да-да. Dying Light. Dying Light был лучше. Ну, Dying Light игра хорошая, вот только смотреть ее никто не хочет, а на данный момент еще играть ее никто не хочет. Андрюша постоянно пропадает. Витя, да-да, не трожь корову. Андрюша пропадает, ага. Почему? Да, Витя. Боба, что такое? Не трожь коров. Каких коров? Не видел никаких коров. Вот при мне только что завалил одну, блин, и не видел. Кто завалил? Я, наверное. Кто обурился? Да, ты, наверное, да. Уйду я от тебя, плохой ты. Ага, счастливого пути. Уйду я от вас, злые вы. Так, не халюси. Включите ПВП, а я его вольну. А я не знаю, как включить. А я второе седло выловил. Молодец. А дай вот Аня. А где ты рыбу ловишь? Везде. Так, короче, я куда-то пошел не туда. Можно и боком обойти. Так, рыба, нормально. А почему у нас ночь наступает? Какая ночь? Какая ночь? Какие отношения к Фредди этому Five Night? Да никакие, какие. Кто он такой, да? Абсолютно никакие. Вообще, ноль. Zero. Stranded Deep, да, надо будет. Там теперь можно двери строить. Зачем? Ну, в своем... А так акул закрываться. Да, акул добавили новых. Новых рыб добавили, кстати. Знаешь, акула такая, стучится в двери. Я видел этих новых акулок. Только я, короче, я поплыл на другой остров, ну, сделал дом и поплыл на другой остров, вот. И потом, когда возвращался назад, я возвращался через туман, и, короче, все, я не знаю, где мой дом теперь. У кого собака гавкает? Да. У меня. Да, студент, у кого собака гавкает? Прикрути игру. У меня. А почему она гавкает? Потому что собака охраняет дом. Да-да. Это ты так думаешь. А я тут ни при чем, они сами умерли. От старости. Так, ладно, включи микрофон пока. Ага. Я сейчас такой не отключаю микрофон. А, так, так. Так. Ладно. А свиньи-то что подошли? Я вроде говядину ем, а свиньи что подошли? Ой. А в пустынке еще должны быть эти огненные цветочки. А какое отношение к спорам? Да нормально, блин, надо, я не знаю, может взяться как-нибудь, сделать по ней тоже видео. За что? Почему? Ну, спор, игра. Ну я потому что, да, все дополнения есть, все есть. А тебе она не надоела случайно? Ну там добираешься, ты же да по... Там, понимаешь, там такая фигня, пока вот оно, ну, на начальных стадиях нормально. А, пока да, ты начинаешь вот эти звездные корабли и всю эту фигню. Да я даже до машины дошел, короче, машину начал строить и все, и мне игра, блин, как-то прямо опостылила. Начинается вот эти строительства, блин, начинается езда всякая вот эта вот, стрельба. Езда? Ладно. Да-да. Дать собачкам езды. Знаете, опять-таки, опять мы остались втроем. Ага. Кому говорил? И ведь собирал несколько, ну, да, как, да, это, да. Собирал, говорил, что ребята, короче... Предупреждал. Да, стримчик, давайте, ага. Давайте, Вов, давайте. Студент только остался из них всех. Ну, Вова не только твой микрофон выключил, сидит там тихоря, что-то бормочет. Там всякую фигню про тебя думает, да-да. Пишет. А, блин, куда идти? Где бы найти? Туда. Такие биомы долгие, знаешь, вот одни и те же. Нету разнообразия. То есть раньше вот как-то ты идешь, и прямо биомчики меняются. А сейчас такое ощущение, как будто, блин, джунгли... джунгли как будто вообще не найдешь. Ужас. Что-то они намудрили с этим. Это он кому пишет. А представляешь, если включить большие биомы, да? Ага. То это вообще, ты представляешь, сколько ты по одному будешь ходить. Ты, блин, устанешь. Только в одном биоме находиться. Ты из нее просто не выйдешь. А, никогда. Да ты будешь здесь жить. А. Вечно. Ты еще блоков прошел, еще даже конца не видно. Все, готово. Ну, вот, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, если это, конечно. Ох, блин, красивое место такое. Бассейн готов. В смысле? Ну, я немножко под это самое. Его надо было вообще-то бы нам удлинить. Вам? Немножко. Ну, я пили споры. Украсила. Ферму опыта. Ферму опыта, чтобы пилить, ребята, надо спаун кого-нибудь найти. Потом запилю ферму опыта. Не так, что самый я тяжело. Полчаса делается всего лишь. Самая легкая ферма, которая находится на ферме ядовитых пауков. Да ладно. Да. Ага, схема на Ростовне. Самая легкая? Самая легкая это скелеты. Я говорю, самая легкая найти. Найти. А, найти. Да нет, при наличии этого, как его, светокамня, да? Вот, если, короче, при наличии светокамня, любовь, ну, можно найти спауны. Я как-то показывал в видео этих основ выживания, да, в Майнкрафте, я показывал, как это делается. То есть берешь поршень, берешь светокамни, ну, блоками, и это... И под землю залазишь, короче, и просвечиваешь. А сейчас не работает. Да ладно. Она всегда работала.
Читер, блин. Нет, это бага юзерс называется. А ну это такой, знаешь, приятный баг. Как этот называется? X-Ray его называют? Да, да, при да. При помощи... Нет, там вообще фигня, ты что? Там просто убираются все текстуры и становятся прозрачные кубики. Ну, да, да, да. Нет, это нет, не то. Здесь ты просто, получается, их просвечиваешь. Можно с Рами поиграть. Играй с Рами. Чё-чё? С Рами поиграть хочет человек. Ну я могу, что, я ж могу, не могу ему. Все подписываемся на тебя. Сейчас, подожди, сейчас подпишусь. Чё? Татьяна, дождь. Я не дождь. Ты дождь. Ты дождь. А, в этой версии убрали баг. Ну ладно. Ну, полазить там можно все равно найти. Убрали? Да, пишут, бага нету такого больше. Не верю. Теперь не баг. У меня есть CSGO, спрашивает меня человек отдельно. Пишет мне в стиме. Я вижу зомбика. Уйдите отсюда. Уйдите сюда. Долго стрим длится? Да посмотрите, сколько длится стрим. Я ж откуда знаю, я ж не смотрю прямо на время, сколько длится стрим. Пещерных людей поизображали себя и поизображали. Стрим название оправдал, оправдал. Вот уже хорошо, знаешь, можно гулять. Mm. И смотреть, как коровы от своей смерти, это, самоубиваются тут. No. Коровы, вот подходишь к ним, они почему-то умирают. И не говори. Странно просто. Да, студент? Студент, наверное, вообще ушел куда-то уже. Mm. В небытие. Сделать... Пишет. Сделать, куда он пишет? Чат. Как... А. Обожаю телятину. Да. Особенно, когда она сама умирает. Так, давай, прыгай, прыгай, ты сможешь, давай. Да, просто. Просто посмотрю, да. А зачем ты ее выкинул? Ну зачем она мне? И кого он выкинул? Рыбу. А, у нас же это джунгли еще, че? Все позабываю про эти рыбы. У нас джунгли, да, не найдены, еще и яйцелоты. Яйцелоты? Ну да. Как их называют? Лоты с яйцами? Яйцелоты. Пару железных яйцехов с гвоздями. Кто-то фонит телефоном, микрофон. Татьяна, клюет, нет? Mm. Ох ты, как красиво тут. Ооо, нифига себе. Поймал наконец-то. Чё, поймал? Да рыбачим. Вы еще и рыбачите? Я тут бассейн оформила. Mm. Дооформила. В каком стиле? В рококо? В кокоро. Не кококо. Кококо. Не хо-хо. А блин. В китайском стиле, не хуанхэ себе. А у нас ночь наступает. Нет. Да, вот наступила ночь. А нам все равно. Ну это вам все равно. Я колбасу выкинул. Блин. Колбасу? Ну мясо. Мясо выпадает из рук самостоятельно, как коров. Выскальзывай. Да. Бывает. Что ж поделать? Чего не поделаешь? Когда бог мозги раздавал, я вообще в туалете был. Не отходила. Что случилось? Просветление на меня нашло какое-то. А вот здесь может быть спаун. Нет, не может быть. Такая дырка должна быть, вот такая, и тут по центру такой спаун. Ну и фиг с ним, с этим Принстоном. Как говорилось в одном хорошем фильме когда-то. Скажи мне привет, а ты мне скажи привет. Именно скажи. Будут 5 ночей с Фредди, 2. Удачи. Ну, ты знаешь, где копать. На каком-то уровне, на 9-ке? Нет. Дат, я запомнил. Может, я ассасину дам? Я еще и скриншот сделал. Так, правильно, иду пока что. Все хорошо. Я иду. Зачем мне вот это, кстати? Фиг его знает. Опа, паркур! Скороговорки, да, иногда. Любил в детстве, да. Разрабатывал когда-то дикцию. Не знаю зачем, ну ладно, тогда же все, это, ну, в советское время, все одной и той же фигней страдали. Вот, кто-то начинал скороговорки учить, и все остальные начали. О, я нашел! Я нашел! Что ты нашел?
Я дерево с такими висюльками. По-моему, это болото называется. Джунгли, что ли? Да какое болото, говорю же. Да какое болото? Обычное болото. Болото. Подруга. Да. Я вчера в бутике была. Угу. И купила себе уги. Уги. Рыбу. Так. Под конец стрима сходите в ад. Нет, мы для ада сделаем отдельный стрим. Да, у нас еще данж есть подводный, так что... Да ты шо? Я координаты сохранилась. Вот так, поняли? Сохраняйте координаты. Зайдите на мой канал, может найдете что-нибудь интересного. Сейчас. Пока Кайзер не забанил. Быстрее, народ, быстрее, а то Кайзер забанит. А, все, не успели. Ну, это я уже дальше озвучиваю. А, слушай, а когда-то, да, я сейчас так подумал, у меня же канал уже перевалил, да, считай, из этих, ну, которые уже маленькие каналчики, да? Да-да. Что такое, средний считается, да, каналчик? Ну, такой, вот. Это, маленький средний каналчик. Уже 45 тысяч, это уже все-таки какой-то там, да, вес имеет. Да. Еще 60 тысяч или сколько, и будет тебе галочка. Ага. Uh-huh. Знаешь, что для галочки? Ивана. Для галочки еще надо, это, чтобы у тебя 500 человек было в Google Plus подписано, ну, этих, добавлено. Друзей. Да, на тебя еще должно быть в Google Plus 500 человек подписано. Что, будет, что ли? Раньше нет. Это было только 100... Нет, это условие было всегда. А Ивана галочка появилась, и у него еще 100 тысяч нету. У него нет 100 тысяч. У него 98, по-моему. Победитель. Я же говорю, там хитрые условия, там вы не думаете, что так просто. Конечно. Вы должны, это самое, вы должны, мало того, что 500 человек у вас в Google Плюсе, да, вы еще должны привязать, ну там какая-то, есть какие-то еще условия с Google Плюсом связаны, там надо подтвердить тоже, что вы это в Google Плюсе, короче. Там, блин, такая замудренная система, я, короче, часа полтора промучился. Ну, у меня в Google Плюсе уже галочка есть. То есть в Google Плюсе у меня стоит галочка, что подтвержденный, знаешь, этот. У меня тоже галочка есть. Вот, а вот в Гугле в самом, раньше это давалось, как только ты партнерку получал, то есть, ну, ну видно было, ну, не было вот этой галочки, а именно партнерка, знаешь, оно меняло внешний вид твоего аккаунта. А сейчас же сделали, что у всех все одинаково, нифига никто не поймет, да, партнерка, не партнерка. О, я нашел лес новый. Новолес? Да, новолес. Надо навалять здесь чего-нибудь. Надо положить здесь кучу. Так, я так подумал, я навалю здесь кучу, короче. Вот так я сделаю. Вот, я навалил кучу. В лесу. Все, и пошел дальше. Короче, объясняю зрителям. Витя напакостил культурно. Я нет. Я навалил кучу земли. Я и говорю, напакостил культурно. Да. А кому напакостил? Гадаем сто раз. Зден. Где моя печка? Ясно, кого напакостил. Мне сейчас пофигу, на кого напакостил. Где моя печка? Где печка? Отошел убить корову, потерял печку. Ага. Я вообще ушел от тебя уже за, блин, 500 тысяч километров. За блин? Да. Да, я ушел за блинами, короче. Витя, нафига мне ты? Где моя печка? У меня там сало жарится. А как получить партнерку? Чтобы получить партнерку, значит, ну вот в моей ВСП, да, партнерке надо... Кто такие условия? Такие условия, типа 50 подписчиков сейчас, ну, то есть, если у вас 50 подписчиков, то вы можете подключить партнерку. Но есть еще... Не, ну сейчас акция у них 50. Они, короче, они всех берут. Они без разборов. Не всех 10, они берут. 10 тысяч, 6 тысяч они пустили планку. Ну, а по-моему, сейчас вообще 3 тысячи берут, даже если на канале есть просмотров. Я им когда писала, когда у меня было меньше 10 тысяч, они мне не дали партнерку. Вот. Ну я подключал, у меня было уже 50 тысяч просмотров, по-моему. Вау, 1000 подписчиков. Это, наверное, та, что ты, Лёрин, нашел? А? Та шахта, которую ты нашел? Не знаю. Паучья, в смысле. Я не знаю их много. А сейчас начинают писать уже сами партнерки. То есть я тогда искал, знаешь, кому подключиться. А сейчас на 45 тысячах смотришь сообщение. Тебе там пишет одна партнерка, другая, там третья. А, ты, блин, нифига я перескочил. А если бы я грохнулся, то все, капец, короче, прям в лаву бы угодил. Да? Ага. Там разлом, короче, лава, я такой перепрыгнул. И с последней там ноготками зацепился, короче. Зубами. Не, ноготками. Что-то сервак лагает. Да. А знаешь почему? Потому что я от вас далеко, и у меня тут прогружаются новые биомы. А, наверное. Так, ну я тут закопаюсь сейчас. Ой, Кайзер, куда ты бежишь? Я бегу. Стрим с подписчиками я делать не буду, точно. Хотя и так стрим с подписчиками. Да-да. Кроме, конечно, студента Егорка. Это не подписчики, это бравая армия. Террористов. Да, это хорошая... Нет, там мусоры. Че-че-че? Да вон, Леверин сказал. Бравая армия террористов. Я говорю, нет, там мусоров. Не, мы, да, мы за копов играли. За контров. Мне, чтобы, ну, там, знаешь, это начали брать админов, короче, на сервак. И, типа, должно быть одинаковое время наиграно и за тех, и за тех.
И все такие, да, давайте, короче, за других играть. А я так посмотрел, ну, блин, у меня наиграно 1800 часов на тот момент, ну, 1500 или 1600 на тот момент было. Вот, и из них у меня наиграно, короче, 1400, к примеру, да, или 1500 за контров, да, а за теров у меня там, ну, 200 часов, предположим. И вот скажи, как это, год еще играть, набивать за теров? Иди набивай. Не, ну я так и играл последний. Вот, последнее время я играл за теров обычно в контре. Но сейчас вообще там на серваке там такой капец сделали. Там, блин, дают админку, в которой там чуть ли не АИМ. Не, ну там получается АИМ натуральный. Лучами подсвечивают противника. ХП больше, чем у остальных. Реген ХП ускоренный. Еще и реген ХП, не просто так, еще и плюс ускоренный. Потом им еще и бочки дают, которые они, короче, взрывающиеся бочки могут на тебя кидать. Там еще какая-то фигня, еще какая-то. Там, ну, короче, бред. Там спецхак еще. Да, не, еще раз прыгаешь, когда, прыгают они высоко еще, и скорость у них, да, увеличенная. И, короче, я говорю, там такой просто ужас. А заходишь на сервак, это, Global Offensive, ну там, ну так, блин, ну, и то. Пока убьешь вот этого, у которого ХП побольше, да, блин, ты просто устанешь. И вот жалко, что из такого хорошего, ну, вот, очень много таких серваков хороших погибло просто так из-за вот дури, да. Да там малолетки в основном. А уже да, уже все. Кайзер нас игнорирует, бежит куда-то, а мы пока не знаем куда. Да я не это, я опять ищу этот джунгли, пытаюсь найти. Самое трудное найти сейчас в игре джунгли. Да. Я помню, у тебя какое-то прохождение было. А, я появился на джунглях сразу. Не-не-не, ты долго джунгли искал. И в ледяном был, и где ты только не был. Да, кстати, здесь же и ледяные есть эти биомы, я их тоже не видел еще. Вот пока бегу куда-нибудь. О, деревеньку нашел. Ух ты, ничего себе, везет ему. Да. Это деревенька пока, один домик. Подожди, кого удалили? Говорят, их удалили. Глеб. Кого удалили? Джунгли? Да не. Деревня, один дом, ё-моё. Так резко наступила ночь. Ну и что? И гроза. Угу. Джунгли за горой справа, ага. Интересно, откуда ты знаешь, что джунгли за горой справа? Блин, да, отключите эти молнии, ну. Что, если прямо... где Иван? Куда я знаю, где Иван? Дома, наверное? Дома. Деревня. Деревня. Даже с кустей. А что это? Что это, блин? Это студент. Вы про что? Не про странные звуки. А, ну я на поклаве бью. А я такая, что это? Паника. Это страшная бабуйня. Бабуйня? Ой, паучок, здравствуй, дорогой. Ночь наступила. Не ожидала. Крипер. Наступила ночь, ночь. Ночь наступил. Куда? Я тебе яблоко подарю, если ты выключишь мне ночь. Торговый владец. А, вот где она. А, значит, яблочко хочет, смотри. Таня, как тебе легко купить, а? Дочь Евы желает яблоку. Много хочет. Что ты? Блин, ты бьёшь тут. Они бьют реально. Иди сюда, иди. Эй, сюда, лисенки есть? На каком высоте алмазы? С 12 вниз. Я на 9. Вон в сундуке лежит 23 алмаза, найдет копатель. Шла. То есть тебе 23 штуки достаточно? Ага, это чтобы броню запилить. 24 надо, вроде бы. Сделка состоялась, чувак. Ну-ка, давай. Эй, ого. Экстрим Хьюз, никто не видел рядом. Нет. Кого? Если взять 10 изумрудов, дядька даст кожаную куртку защиты 2, прочность 2. Счастье-то какое. Просто обалдеть, обалдеть. Я сейчас порылся в Экстрим Хьюзе. Там чешуйницы сейчас ползают. Ага. Чего такого есть в джунглях, чего так? Когда у меня день рождения? 12 мая. И в этом году у меня сороковник, блин. 12 мая? Старый пердун. Да, и у Вовы 12 мая, представляешь? Точно мая? Нет, блин. Августа. Точно. Кажется. Всё, я Экстрим Хиллс нашёл. Давай. Что нашёл? Экстремальные горы. Ну я вообще-то думаю, что я Экстрим Хиллс нашёл. Скалу какую-то нарыл. Так там это написано же на F3. Ага, я сейчас по пустыне эту горку обхожу. Потому что подняться на нее нельзя. Нифига. Прокопай я насквозь. Я что, дурак тут. Ну а что, нет? Ну хоть да. Зная сам себя, да, вынужден согласиться.